Кабиденах ма прививка шканан кайфанда удонана ма сража уйта хайфе кушанкотан. Республика яна нерсинат калканана министр годжи саты Тамерлан. Куджага автомай вакцина у ана уважау фашти учитай. Ала медицина он уагдона дариш прививка канан кабинет. Кушан сыдашны специалиста. Балвартар бажан заштут на дартар армагай. Вакцина артендашмин дуашада ахшайду ва дозай, ама дашвинада и маджи чешел сухай наридаган райштой вакцина и фацак компонент. Удона эртен процент ште ахшай ажи филдеркал усавахамтам. Ана нирзина какана министр годжисата Тамерлана нахаштам гашка и уадай магалдар вакцина авжардам на фажант. Фацак дуба бона прививка и адай маг яхила махфенкара. Армашт штамта бамбаранс температура, ама шарарышт. Аладай Магмадар Кашанс, специалиста. Созданы в каждой медицинской организации, где есть прививочная компания развернута, и кабинеты вакцинации обучены, сертифицированные специалисты. В том числе есть при возникающей ситуации осложнения, обязаны сообщить об этом незамедлительно соответствующие органы и составить соответствующие акты. А для того, чтобы довести до изготовителя вакцины. Тогда принимается решение при дальнейшей, какие бывают причины все же, какая причина осложнения. Заучиковый кауджидар район, прививка канан тагна кананс, а паджардах шайнагдар уавару маждаджи района. Юмин ахшашада дозая вакцина райштой армашт авчададай маджи. Низкий процент, если в процентном отношении, при том, что количество людей, прикрепленных в Моздокском районе, проживающих, достаточно высокие, почти там под 90 тысяч. Поэтому на это нужно тоже обратить внимание руководителю медицинской организации и ежедневный ВКС, который мы проводим, в том числе с главой республики, о необходимости проведения вакцинации. Адаш синада нараштар сидышты аппату авартам. Шармагонды электрон дневников диши пациента шахикудын карынс уим. Медикта такашынс хошты хашкадзинадма. Та маркировка, которая введена в Российской Федерации, говорит и сделана для того, чтобы отслеживать любые медицинские изделия, которые поступают на территорию Российской Федерации. В частности, вакцина, которая сюда поступает, она оприходуется туда, куда она поступила, после этого идет ее маркировка, что позволяет проследить непосредственно саму ампулу или саму лекарственный препарат и конечный потребитель, пациент. Тем самым становится все прозрачно, чтобы не было каких-то других вариантов, да, и каких-то негативных или неправильных действий. Ковиденах ма прививка шканан на фадатиш район тасарджитандар. Кайфанда удона тафахатса канзышты зауджиқаума. Уйтықай қау ананирзинат қаққана министрада ишану атмар базуранама хибарак канантану уазын. Доктор Тадам Жардыллауын канынс ташагни жай хиба қаққананиш армашт вакцинация асаугайым. Бірте ады Феликс Гатакта Сабина, Дзадзойта Фатима, Каджат Александр, Ирштона Хабартта.